Друзья, всем привет! Недавно посмотрел статистику моего канала и увидел, что 97% это мужская аудитория. И пусть вас не смущает название этого видео, обзор будет именно мужской, но о женских часах. Итак, какие часы идеально подойдут вашей второй половине? Не благодарите, смотрим до конца. В этом обзоре я подготовил для вас 8 бестселлеров от разных производителей, абсолютно в разной ценовой категории. Грубо от 30 тысяч рублей до 300, так чтобы вы могли выбрать часы, которые подойдут вам по бюджету. По этому случаю даже белые перчатки надел. Итак, в ценовой категории до 30 тысяч рублей уверенно себя чувствует компания Tissot и коллекция PR100 Sport Chic. По техническим характеристикам, это кварцевые часы в стальном корпусе 36 мм, водозащита 10 атмосфер и цена на сегодня 28 190 рублей. Модель сочетает в себе современный дизайн и универсальность. Ничего лишнего в этих часах нет, стильно и со вкусом. Год назад я показывал в своих обзорах Tissot из этой коллекции, и до сих пор они в топе. А именно еще эти две модели, внимание на экран. Это Bicolor с бриллиантами и хронограф, цена разумеется выше. Что касается модели у меня в руках, то она действительно по приятной цене. Женственность придает перламутровый циферблат интересного серо-синего оттенка. По размеру подгоняется под запястье стандартно. Убирается нужное количество звеньев в сервисном центре. Застежка однорычажная с двумя кнопками по бокам. Часы имеют хорошую водозащиту, поэтому их смело можно использовать под любой случай жизни и не снимать даже на отдыхе. Не буду долго останавливаться на этой модели, переходим к следующим швейцарским часам. Это компания Certina, коллекция DS Action. По техническим характеристикам, также кварцевые часы в корпусе чуть меньше 34,3 мм, водозащита аж 30 атмосфер, с ценой 41 550 рублей. Certina позиционирует себя как очень надежные часы. Женские модели не исключение, как вы, наверное, уже поняли по водозащите. Эта модель привлекает внимание своим циферблатом. Посмотрите, как он выполнен. Черный циферблат с узором напоминает морские волны. Дизайнеры постарались и придали ему женственности и шика за счет обработки и блестящих акцентов. Смотрится как россыпь бриллиантов. Над окошком даты можно увидеть надпись «Хронометр». Это говорит о том, что часы имеют сертификат точности, помимо того, что кварц и так точен. Вращающийся безель на корпусе часов характерен дайверским часам. Вращается, как и полагается, в одном направлении. Думаю, навряд ли девушки будут заниматься дайвингом в этих часах. В данном случае это играет как элемент дизайна. Металлический браслет удобный, с центральной полированной частью и сатинирован по бокам. Замок классический с двумя кнопками. Кстати, заводная головка здесь завинчивается, стрелки и метки будут подсвечиваться ночью с учетом хорошего люминесцентного состава. Переходим к следующим часам. Это более классические часы Frederic Constant, коллекция Slimline Moon Phase. Модель является бестселлером по продажам за счет своего лаконичного дизайна. Очень приятно по тактильным ощущениям. Чувствуется сразу, что часы очень комфортные. По техническим характеристикам, все так же кварцевые часы, из дополнительных функций индикатор фазы луны. Корпус 30 мм и браслет выполнен из стали. Водозащита 3 атмосферы. Цена такой модели 86 300 рублей. По цене становится понятно, что Frederic Constant это уже более премиальная марка. Часы имеют более классический дизайн, но в свою очередь являются не строгими, а весьма хорошо подойдут для повседневного пользования. В отличие от предыдущих моделей из обзора, циферблат этих часов, как мы видим, более сложный. В его нижней части сектора расположен диск фаз луны. Да, возможно, данная функция мало кто будет пользоваться по назначению, но выглядит очень красиво и придает особых эмоций на циферблате. Сам циферблат насыщенного синего цвета с узором солнечные лучи. Метки часов украшены 8 бриллиантами в комбинации с удлиненными делениями. Стрелки отполированы до зеркального блеска. Хочу также обратить ваше внимание на заводную головку. Она нестандартной формы, имеет название кабошон. Если присмотреться, это синий камушек в основании. Браслет часов весьма женственный, состоит из мелких продольных звеньев. Очень гибкий, поэтому будет комфортно облегать запястье. Застежка используется бабочка, имеет две плоскости, раскрывающиеся по бокам, и кнопки, скрывающиеся за браслетом. Часы аккуратные и невысокие, явно не будут зацепляться за манжет. Хочу обратить ваше внимание, как будут упакованы данные часы при покупке. Красивая бежевая с коричневым коробкой в виде подарочной упаковки. Но это еще не все. Внутри
этой коробки находится специальный кожаный мешок для хранения и транспортировки часов. Всегда можно будет положить часы с собой и быть уверенным, что они не поцарапаются. Итак, переходим к следующему психологическому барьеру по цене, и это Longines Conquest Classic. Longines – это старший брат, а в нашем случае сестра компании Tissot. Также входит в Swatch Group. Часы с серьезной репутацией и заслуженным позиционированием. По техническим характеристикам. Кварцевый механизм, стальной корпус 29,5 мм. Водозащита 5 атмосфер. Цена таких часов уже 105 100 рублей. Не всем идут крупные часы. Имейте это в виду. Longines предлагают разнообразные коллекции. Так вот, Conquest Classic – это отличный баланс комфорта и универсальности. Черный перламутр на циферблате выглядит достойно и дорого. Метки на часах инкрустированы бриллиантами. Окошко даты, секундная стрелка из усложнений. Ничего лишнего. Может, вы обратили внимание, что я показываю часы, пока только кварцевые? Да, у кварца есть свои плюсы. Он точный, тем более в таких компактных корпусах, а также приятный по цене. Браслет Conquest Classic гибкий, с интересным исполнением шлифованных и полированных звеньев. Застежка-бабочка также закрывается с двух сторон. Крышка на всех кварцевых часах закрытая. Longines не исключение, имеет гравировку с описанием характеристик. Повышаем ценовую планку, и следующие часы от компании TAG Heuer. Самая популярная и узнаваемая коллекция Carrera. По техническим характеристикам, это кварцевые часы в стальном корпусе 39 мм. Водозащита 10 атмосфер. Цена таких часов 150 тысяч рублей ровно. В данном случае, по сравнению с предыдущими часами, модель более крупная. Для тех, кто любит часы покрупнее. Пожалуй, самая долгая тенденция моды, когда девушки выбирают часы большего размера. Бывало, даже останавливались на мужских. Это нормально. Девушки могут себе это позволить, и это уместно. Красивые часы, друзья. Антибликовое покрытие, контрастные метки и стрелки на синем циферблате, полированный корпус с четкими гранями, блестящий браслет придает лоск. Компания весьма популярна и имеет множество узнаваемых амбассадоров в лице медийных личностей. Время на этих часах считывается легко. Диск даты контрастный на белом фоне. Может, кто и не знал, скажу. Все кварцевые часы в этом обзоре с секундной стрелкой имеют функцию end of life. Конец жизни батареи. Секундная стрелка останавливается, а потом совершает прыжок на 4 секунды вперед, тем самым предупреждает вас, что пора поменять батарейку. Переходим к следующим часам. Не побоюсь этого слова, бомбу просто. Женская коллекция Icon от Maurice Lacroix. В своих обзорах и странице Instagram я регулярно показываю мужские часы из этой коллекции. Могу сказать, женский Icon также заслуживает особого внимания. Они современные, имеют достойный вид. Итак, по техническим характеристикам этой модели. Механика с автоподзаводом, запас хода 38 часов. Стальной корпус с ПВД покрытием желтого золота в размере 35 мм. Водозащита 20 атмосфер. И цена таких часов 178 760 рублей. Хочу отметить тот факт, что Maurice Lacroix предлагает широкий ассортимент и возможность выбрать подходящую модель, исходя из цветового решения и типа браслета. Коллекция Icon очень разнообразная. И в зависимости от своих внутренних предпочтений вы обязательно подберете часы. Я решил показать вам часы в наборе, состоящий из металлического браслета и кожного ремешка. Цена дороже, но это стоит того. Сочетание комбинаций желтого золота придает часам больше яркости и явно заставляет обратить на себя внимание. Светлый перламутровый циферблат позволяет гармонично смотреться с разными цветными ремешками. В нашем случае это кремовый ремень из телячьей кожи. Обратите внимание на его изготовление, а самое главное – легкую смену. Мне понравился набор тем, что вы по сути сможете убить двух зайцев и превратить повседневные часы на металлическом браслете в более вечерние, что ли, на кожном ремешке. Покажу вам, как легко и быстро это делается, а самое главное, как будут выглядеть часы с разными ремнями. С обратной стороны ремень имеет два рычага для быстрой корректировки. При нажатии с двух сторон мы снимаем и тем самым устанавливаем новый. Так легко и просто мы придали часам совершенно другой вид. И как я говорил ранее, перламутровый циферблат хорошо сочетается, в этом случае с синим ремнем. А еще моя рекомендация, ребят, имейте это в виду, покупать часы в наборе выгоднее по цене, а такое цветовое разнообразие не даст часам наскучить. В отличие от предыдущих моделей из обзора, эта модель Icon механическая с автоподзаводом. Задняя крышка прозрачная, виден механизм. Посмотрите, как он красиво декорирован. Maurice Lacroix украсили даже браслетную застежку изнутри. Все в единый и гармоничный стиль. Переходим к следующим часам. Классические часы всегда вне времени. Следующая модель от швейцарской часовой компании Baume & Mercier. Коллекция называется Classima.
По техническим характеристикам, это кварцевая модель в размере 31 мм. Корпус выполнен из стали. Водозащита 5 атмосфер и цена 217 тысяч рублей. Первое, на что сразу обращаешь внимание, это безель часов. Он полностью инкрустирован бриллиантами и выглядит, конечно, очень эффектно. Если быть более точным, то их 48 штук. Хороший баланс, не сильно много и не мало, но шик придают, особенно в сочетании с перламутровым циферблатом. Стекло, разумеется, сапфировое. Модель очень аккуратная и утонченная. Посмотрите на изготовление корпуса и браслета. Он полностью отполирован. Часы весьма тонкие, поэтому лягут на запястье идеально. Хочу отметить браслет. Его также постарались сделать очень приятным по тактильным ощущениям. Смотрите, какой мягкий и гибкий. Полностью отполированный, с широкими и продольными звеньями посередине. Завершающий образ. Замок используется двойной. Полюбившийся многими бабочка. Задняя крышка глухая, также полированная. Имейте в виду, на ней много свободного пространства. И вы сможете нанести персонализацию в виде гравировки. Зачастую в качестве подарка покупают модели с меньшим количеством бриллиантов. У Бом Мерсье есть и такие. Классима в размере 36 мм с бриллиантовыми метками и перламутром. Есть вообще и без бриллиантов на циферблате. А также с небольшим усложнением в виде фазы луны, дополняющие цветовую гамму синим кожаным ремнем. Причем, выбирая часы Бом Мерсье, вы покупаете часовую марку высокого уровня, входящую в сильнейшую группу Ричмонд. И если сравнить что-то в подобном исполнении других марок этого класса, поверьте, ценник будет значительно дороже. От 200 тысяч переходим сразу к 300. Новинка, которая вызвала много интереса, как восхищения, так и непонимания до конца. Breitling. У меня есть возможность подержать их в руках, и я с удовольствием покажу и поделюсь своим мнением. Это Breitling коллекция Хрономат. Модель с таким нежно-мятным циферблатом. И скажу я вам сразу, они шикарны. По техническим характеристикам. Это механика с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Хронометр. Стальной корпус 36 мм. Водозащита 10 атмосфер. Стоит это удовольствие 365 900 рублей. Компания Breitling у меня всегда ассоциировалась с мужскими брутальными часами. Но в нынешних реалиях все поменялось. Новая метла, как мы знаем, по-новому метет. И честно, я переживал за то, что продукт может разочаровать. Этого не произошло. Перемены налицо, в лучшую сторону. Теперь у Breitling есть широкий выбор красивых современных женских часов в различных исполнениях. Ну и как вы видите, с разной стоимостью. Breitling решили сделать эти новые женские часы как образец универсальных часов в стиле или современного ретро, которые подойдут как на светском, так и на спортивном мероприятии. Разработчики постарались воплотить свое техническое совершенство и великолепный дизайн. Интегрированный браслет весьма непростой в изготовлении, состоит из цельных звеньев в виде трубочек, в большей степени сатинированный с полированными элементами даже сбоку. Идет на сужение застежка-бабочка. Давайте еще раз посмотрим на циферблат. На сегодня оттенки зеленого в тренде. В этом случае цвет получился очень интересный. Кстати, стрелки и метки будут подсвечиваться. Друзья, я выбрал эти модели неспроста, отталкиваясь от спроса и предпочтений. Я надеюсь, этот обзор будет полезный для вас при выборе и покупке часов. Остаюсь с вами на связи. С вами был Греков Юрий. До новых обзоров. Пока!